Привет, ты смотришь «Фастфуд», возможно, самые быстрые новости в мире. Поехали! В ночь с 12 на 13 января на сайте телеканала HBO был опубликован первый трейлер сериала «Игра престолов». Во Франции задержали россиянина, пытавшегося уплыть в Америку на самодельном плоту. В апреле 2014 года на конференции разработчиков Build компания Microsoft, по всей видимости, собирается анонсировать операционную систему Windows 9. «Во все тяжкие» признан лучшим драматическим телесериалом на церемонии вручения премии «Золотой глобус». Калифорнийская компания Future Motion представила аудитории Kickstarter свое новое изобретение – самобалансирующийся одноколесный электрический скейтборд One Wheel. Британец на год лишился водительских прав, проехавшись на игрушечном фургоне в состоянии алкогольного опьянения. Телеканал Fox опубликовал на YouTube анонс следующего эпизода сериала «Симпсоны», который будет посвящен творчеству японского аниматора Хаяо Миядзаки. Американская компания Advanced Tactics намерена начать боевые испытания созданного ими эвакуационного грузовика, трансформирующегося в вертолет. Тарантино выбрал название для нового фильма. Новая картина Метро будет называться «Отвратительная восьмерка». На этом у меня все. Ты звал Зиму, и она пришла за тобой. Пока-пока.